Всем здорово! Ребят, сегодня я решил поехать на ЛВА, устроить там небольшой кипиш для военных, пускай они немножко побегают, поищут меня, постреляют, я не знаю. Ну, немного взял, короче, гана, еще решил заехать за оружием, то есть взять там материалы и потом просто по ним пострелять. Наши ребята говорят то, что там много народу, и они даже уже рискуют ездить туда с формой. Там была наша фура, и он сказал, типа, там реально до хрена прям так человек, и он, типа, не поедет больше туда, потому что вояк там реально просто огромная куча. Я немного, ребят, микрофон, собственно, пододвинул, не знаю, как будет вам меня, собственно, слышно, я думаю, все будет хорошо. Так, ох, ё-ма, как-то жестоко, не знаю, эту машину заносит. Я NRG дал чуваку в форме, он сказал, типа, дай угнать, там... Нужно ему для этого, для автоугона. Ну, в общем, приехал на район, отдал ему машину, свой мотоцикл, и взял вот этот вот кар, заправил его на 50 литров, так как у меня с собой практически всегда канистра, и для меня не составит труда заправить какой-либо автомобиль, там, свой, или же просто вот так вот, если захочу поехать, заправлю бандовский, что ли, автомобиль, ну, автобанда, так скажем, да. И спокойно поеду по своим делам. Чего вы тратитесь на форум? Я вам бесплатно после капта дам. Чего? Про что это он? Ну-ка, подрежем рифу. Сам чуть-чуть, сам улетел. Ёлки-палки. Не, я, конечно, не мастер подрезать по пингу, но, блин. Ребята. Еще кого-то подрезал, блин. Что же за фигня такая происходит? Не, ладно, окей. Едем тихо, мирно, меня пытались подрезать бомжи, ну-ка идите сюда, сюда идите, гады, куда? И все буквально едут по встречке, сбивают друг друга, ну-ка, а мы собьем вот этих, ну-ка, опасные бичи. Ну-ка, опасные бичи, давайте сюда, идите сюда, вы куда поехали? Сюда, ко мне, ну-ка. Самое главное, чтобы я не улетел в озеро, потому что если я улечу, то будет плохо. Ладно, окей, давайте по-другому. Давайте вот так вот для начала. Вот так вот, да? А потом просто вот так вот добивание. Добивание тупых этих бомжей. Опа! Ну и все, чё? Иди сюда. Иди сюда, сейчас гопнем его. Иди сюда. Чё там у нас? Он напишет что-нибудь напоследок или же просто сбежит, восвоясь куда-нибудь? Ну, это готов, а этот? А этот опнулся? С ним же чувак вроде как сидит. А, не-не-не, вот он. Юрий Кросс, да? Он что, с ГМом? Сейчас добью. О, нихрена себе, Найти тащер, ё-моё. Я бы его тупо не затащил, потому что я стреляю же, я продолжаю все-таки стрелять по пингу, еще не... До конца не научился... стрелять правильно, не по пингу. Я заправил, спасибо. А, вот чуваку, которому давал как раз. Заправил даже мой мотоцикл. Всегда нужно, вот всегда правильно. Угоняешь авто, всегда заправь, и все будет круто. И человеку приятно, который дал этот мотоцикл. Или у которого вы сперли этот там, мотоцикл, машину, да, ну неважно. Да и вы как бы не обеднеете. И все круто. Кто возьмется слада без спроса, понижен. Ну я могу взять, я в принципе тоже Терацера вроде как. 8-й ранг. И в принципе мне ни хрена не будет. Тут 8-х рангов до хрена, так что. Мне 9-й все равно пока не дают. Не знаю, может лывак маленький или что-то типа такого. Ну 9-й это там доверие, там все дела. Ну вроде как, да. То есть по доверию только дают 9-й. Или уже когда чувак давно в банде, когда он там тащит. Действительно делает что-то для банды, тащит капты, собирает народ. Только тогда и получается все. Дают ему 9-й ранг. Опа! Вот эта машина чем хороша, она всегда вот так проезжает. Никаких проблем. Ну все, что, сейчас будет кипиш небольшой. Гоу-гоу-гоу. Так, а теперь... Так, сейчас ему напишу, а теперь... Так, блин. Короче, вот так напишу, а то, блин,
Херню ему сейчас нацарапаю какую-нибудь. 5 ПТ. О, 5 ПТ это, конечно. Гоу-гоу-гоу. Не, сетку. Да-да-да, вот как раз сетку-то нам и нужно разбомбить. Ну-ка сейчас. Так это мы возьмем, это мы сожрали. За нами и Сеня админы будут следить. Нахрена вы нужны, ё-моё? Чё за вами следить-то? Вы лидеры, что ли, будущие? Хотя, если заявку на лидерку вы подаете, ребят, за вами всегда могут следить администрации. Так где? Вылезай. А, минус. Готово. Один, плюс. Один, два, три, четыре. Сейчас поубиваем. Сейчас чисто это будет атака на ЛВА. То есть просто вот так вот зашли. Просто вот так вот всех убили. Там, я не знаю, расстреляли. Погоди, чувак, иди сюда. Нейт, иди сюда. Сейчас мы кого-нибудь найдем, и все равно их по одному надо убивать. Поодиночке нужно всех убивать. Поодиночке это самый верный способ. Так, давай. Давай. Умирай, твою мать! Умирай! По своему, блин. Опа! Загашенный, все, гашенный, чувак. Богдан какой-то. Богдан вроде как, да? Но Богдан, кажется, второй раз уже умирает. Он, кстати, не обязан сейчас выходить из бункера, стрелять по нам. Ну, если это Богдан опять будет стрелять, это уже получается там что-то... Опять же, какое-то нарушение РП. Нам нельзя заходить в бункер, так как это будет спаун килл. Но на территории, собственно, самой армии, то есть имеем право убивать вояк. Потому что как бы здесь мы маты берем, да? А они нам просто помешают. Ох ты, ёлки-палки, ну-ка. Тихо, давайте убейте их! Валите, гада! О, готово! Умер! Так, хаваем нарко. Тони. Чё Тони? О, еще и наши приехали! Охрененно! О, опа, чуваков нам стали фикскарнул. Фикскарнул, наверное. Смотрите, наши ребята приехали. Здорово, чуваки. Как дела? Как поживаете? Чё-то вояк вообще нету. Я надеялся тут реально анархию просто устроить, разбить военных всех. И захватить власть над ЛВА. Но, увы, они сидят в бункере, и они, по-моему, нас просто боятся, мы их запугали. Вот ребята зря в бункер поехали, они сейчас их провоцировать будут. Опять же, он там стоит рядовой. Вон, видите, он фуру. Кстати, не надо вот так, не ставьте никогда вот так фуры, потому что их легко будет взять, и эти фуры спокойно увезут. Я помню, опа, была такая тема, то что просто... все ребят... Ох ты, смотрите-ка. Бессмертный, что ли? Я не понял. Я, по-моему, нашего вальнул, да? Опа! Опять... А, это уже новый грен какой-то. Я не знаю, оставим мы их без матов или нет. То есть, по идее, мы... можем их всех, когда убиваем. Опа, смотрите, опять приехал. Уже без гана, он без гана, я уверен. Или нет. Или с ганом. Вот если он с ганом, это, конечно, плохо. Ребята, хелп, я не хочу умирать. Да куда ты бежишь, а? Я ж тебя все равно тут вижу. Все, он в тупике. Ух ты, там Богдаша, ёлки-палки. Богдаша, ё-моё, или кто там, Бриц, я не знаю, кто там реально может быть. Давайте-ка вот сюда вот. Он где-то... Он... Опа, вон там еще один чувак. А, это Баласы. Ёлки-палки! Куда ты, бомж? Ой, своего убил. Так, я не понял, что там у нас.
Ну-ка иди сюда. А! Не-не-не-не-не, ну нахер тебя. Ну, нет, я мирный. Ага, мирный, сейчас. Но в любом случае, для него-то я могу сказать то, что я... О, смотрите, богоюзеры хреновы. Так, давайте, значит, сюда вот побегу. А, не знаю, меня спалят, не спалят. Самое главное, это сейчас быстренько забежать вот сюда. Все, я забежал. Все, меня не спалили, я молодец. Снова же нужно захавать нарко, чтобы было круто, чтобы у меня были хп для войны. Патронов дигла у меня мало, да. Это фигово. Но в любом случае, так, кто это на вышку там полез? Кто-то на вышку полез, нет? Нет, вроде. О, смотрите-ка. Смотрите, какие ребята. Смотрите. Идиоты. Не так надо. Так, и к чему? И к чему? Как это, блин? И к сетке. А потом выходи. Машину разверните, идиоты. За руль один. Другой на пассажира. И разверни ее. Вот. Во, блин. На пассажира сядь. Ой, да, вот, вот. Вот тут на пассажира сядь и дал... Най. Короче, как им объяснить? Вот, сядьте здесь. И этот когда выходить будет? Вот тут. Садится пускай. На переднее. Ой, дебил. Смотрите, вот он подумал, да ну нахрен, мы так маты никогда не возьмем. Они багом пытались взять материалы. В итоге они не поняли. Ну нет, а один понял, а второй он решил, да ну нафиг. Я как-то не буду этим делом заниматься. Но в любом случае они неправильно, по-моему, делали. То есть так их просто телепортируют назад. Грув, маты он тырит, как обычно, в принципе. Э, грувы, куда стоять? Меня заберите, гады. А, ясно все. Я так понимаю, отсюда я уйду только покойником. Кстати, кто тут был? Вот что это за чувак был? Неплохая такая туризма, кстати, мне она понравилась. Кушаем до 90к. О, там кто-то маты жрет у нас. Отлично. А я, как всегда, не на районе, гана себе не наделаю. Но ничего, потом наделаю, если захочу. Так, надо помочь ребяткам, потому что он там, как вы можете заметить. Иди-ка сюда. Тихо. Тихо. Ах ты, падла. Попал все-таки, уродыш. Жаль, жаль, не получилось у чувака. Ой! Багом, багом! Умри, падла! Хух, отлично, хух. Конечно, сбагаюзил, но елки-палки, это ж ё-моё! Хотя, кстати, он не умер, он пропал куда-то, так что это не багаюз, меня это не волнует. Да. Не, ну все, убил, еще одного. Я уже не знаю, сколько я здесь обитаю, и я здесь реально стал просто царем. То есть бегает какой-то ацтек и всех просто валит. Вон, смотрите. Опа, ну попаду, не попаду. Не. А вот их последним убивать. Опа, тихо. Сейчас, смотрите. Тихо, смотрите. Ай, гандон. Уродыш. Спали же. Ай, убил! Убил! Не, ну чисто из-за того, то, что у него была броня. У него была броня, именно поэтому он меня смог убить. Так-то я ему всю броню снял. Ну-ка, что тут у нас? О, ну вот, мой мопед хороший. Так, ну-ка, сядем на него. Заправили? Да, слушай, заправил. Нормально. Крутяк. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Мне кажется, то, что захват ЛВА, разнос ЛВА удался. То есть, опять же, у нас вон война за территорию.
Я, конечно, ее не буду записывать, потом что-нибудь придумаю, что записать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Барон, всем удачи и всем пока.